Сегодня у нас очень долгожданная встреча с самим Максимом Венгеровым, про которого нельзя сказать только, что это потрясающий скрипач. Это дирижер, это альтист, это благотворитель, это эмиссар ЮНЕСКО. То есть человек, который на самом деле раздвинул границы одного инструмента и стал просто огромной масштабной музыкальной личностью. Максим, мы с вами беседуем на Мальте. За стеной у нас происходит репетиция оркестра, поэтому немножко шумно. Вы вчера играли концерт Чайковского. В какой раз в своей жизни? Это первый скрипичный концерт, вообще первые мои музыкальные звуки, которые я услышал. Я этого не помню, но бабушка рассказывала, что когда я плакал, она мне просто включала пластинку Давида Ойстраха с этим концертом. И я успокаивался сразу. Потом первый раз я сыграл концерт Чайковского в 13 лет, уже будучи в классе Захара Нухимовича Брона. И потом, наверное, может быть, 1000 раз больше играю. Но интересная вещь, что каждый раз, когда я к нему возвращаюсь, совершенно иными глазами смотрю на эту гениальнейшую музыку. И, видимо, благодаря тому, что я никогда не замыкался вот в рамках своих вот 4 струнных инструмента. Когда я начинал преподавать, мне нужно было уже словами объяснить студенту, как выразить себя и музыку посредством скрипки, звуков. Я объяснял этот концерт и для себя открывал новые грани этой великой музыки. Когда я начал играть на альте, наверное, моя скрипка зазвучала более, ну, томно, что ли. Более глубже стал звук, потому что я смог эти краски, который может издавать этот великолепный инструмент, альт, мог издавать на скрипке. Когда я уже продирижировал несколькими симфониями Чайковского, для меня Чайковский концерт стал как бы симфония с облигатной скрипкой, да, солирующим инструментом. Очень интересно, когда исполняешь концерты Чайковского, либо Брамса, либо вот лучшие концерты, которые были написаны для скрипки с оркестром, играешь их совершенно по-другому до того, как ты начнешь дирижировать. Потому что, ну, концерт Чайковского я уже сейчас продирижировал, аккомпанировал коллегам, ну, наверное, тоже раз 100, не меньше. И сейчас, конечно, взаимодействие с оркестром и с дирижером – это совершенно уже другое, и ты по-другому себя чувствуешь в ансамбле. Для меня это уже не просто концерт с оркестром и аккомпанемент оркестра, а это действительно симфония, где задействованы партнеры – дирижер, оркестр и все музыканты, они как бы участвуют в этом процессе как солисты, как камерные музыканты. Музыка, где есть соединение более чем 2-3 музыкантов, это камерная музыка. Поэтому в идеале этот концерт должен именно так и звучать, так он и написан, поскольку все темы, они дополняют, взаимодействуют друг с другом. И я понимаю, язык, на котором говорит сейчас дирижер, нам легче без слов уже найти этот контакт. Я так понимаю, что вы целую жизнь что-то познаете. Вы обязательно чему-то учитесь, вы самосовершенствуетесь. Как интересно на самом деле вам жить. Вы хотите это, еще надо это, и еще могу это. Почему в скрипке, что стало тесно, репертуара не хватило? Почему вдруг появился альт, электроскрипка? Ну, я понимаю, что это были такие поиски, да? Я помню себя 22 года мне исполнилось, может быть, даже немножко раньше. Это было на Канарских островах. Я играл с оркестром концерт Гибау. Угу. Мама зашла в артистическую и говорит: а почему ты не разыгрываешься? Я говорю: мне не надо. Мне скучно. И в этот момент я зевнул. Мама говорит: не гневи Бога. И действительно, мне
не то, что мне стало скучно, но все как бы хорошо идет. Я знал, что в очередной раз я опять сыграю, будет успех, мне будет хорошо на сцене, все будет отлично. Но после концерта я задумался, а почему же мне скучно? А это, наверное, потолок. И я подумал, ну а что же завтра? А что вообще музыка означает для меня? Это удивительно, что каждый раз, когда я задавал в музыке себе вопрос, ответ сразу же приходил. И сразу появились разные музыканты, с которыми я начал общаться. Появился Тревор Пинок, специалист по барочной музыке. И барочная скрипка, и барочный барочная, смычок. Барочная скрипка, барочный смычок. Мы начали осваивать вместе под его руководством. Я играл Баха уже на барочном инструменте, на смычке. Я думаю, что музыкант и жизнь музыканта – это путь, это такой вояж, это приключение. И это приключение никогда не должно заканчиваться. То есть сколько Бог дал, столько нужно учиться. Этому меня учил мой наставник, гениальный маэстро Мстислав Леопольдович Ростропович. Я знаю, что вы говорили, что у вас было несколько педагогов. Это, прежде всего, Турчининова, ваша первая, потом, конечно, Захар Брон, с которым вы, собственно, уехали в Германию. А потом появились наставники, такие уже большие учителя. Это Ростропович, Баренбоем вы называли. Мне очень повезло в жизни. Я думаю, что это самый большой подарок от Бога – иметь не только талант, но и возможность его реализовать. Это, конечно же, мои родители, бабушка с дедушкой. Бабушка Чайковского концерт ставила. Да. Они приехали со мной в Москву, где я учился 3 года в ЦМШ у Турчининовой. То есть у вас получилось так, что вы из Новосибирска за Турчининовой поехали в Москву, а потом из Москвы... Возвратился в Новосибирск и уже продолжил обучение у профессора Брона. И потом за Броном поехали в Германию. Да. То есть и ваша семья, вот таких путников, странников на чемоданах, следовала за гениальным мальчиком. В 15 лет я победил на конкурсе Карла Флеша и уже получил в награду 70 концертов по всему миру. Это были большие залы, это был Лондон, это была Япония, Сантори Холл, это были все европейские города и по всему миру. Тем не менее, я не был уверен, что я стану музыкантом. Я приехал в Израиль. Мне уже исполнилось 16. И вдруг знакомая моего отца сказала, что сейчас Зубин Мета здесь и Исаак Стерн, они хотели бы, узнали, что ты приехал, вот приглашают тебя на прослушивание. Вот в пустом зале, где сидели только 2 человека. Это в Тель-Авиве, да? Да, в Тель-Авиве. Я поиграл для них, я сыграл концерт Чайковского. Сначала до конца. И Чикону Баха. Я помню, Исаак Стерн не вышел. Он выбежал на сцену, посмотрел на меня и сказал: «А ты гамму можешь сыграть?» Ну, гамму, конечно, там начал играть. Он говорит: «Ты даже 2 ноты не можешь соединить нормально. Ты все дергаешь». Я говорю, это вам первому премия к конкурсу. Да. И вот, ну, такой шок небольшой. Душ холодный. Культурный, да, и душ холодный. Я говорю: «Мастер, подскажите». Он говорит: «Ты знаешь, я в 16 лет остался сам, без педагогов. Я всему научился сам. Ты тоже всему сам научишься». Он сказал эти слова. Ушел и сказал: «Зубин будет с тобой говорить». То есть опустил на землю. Опустил на землю. Я его, я помню, искал месяцами. Наконец нашел его, опять хотел поиграть. Гамму. Гамму, да. И он говорит, он меня никогда не хвалил. Я помню, на второй моей встрече он только сказал, я ему играл 3 часа подряд. Там у него был пианист, я сыграл все, что я знал, и все, что я не знал. То, что я играл в детстве, я помню, я сыграл все концерты, все, что я знал. И
Он еще сказал на третьем часу, он сказал, ну, ты еще что-то можешь сыграть. Я говорю, ну, Мендельсона я концерт играл последний раз 8 лет. Тогда это было. А он говорит, ну, давай сыграй. Я сыграл 1,5 страницы и забыл, ну, все, забыл. Да-да. И он произнес по-английски слова «major talent». Вот то, что мне сказал ты, занимайся самообразованием. И это дало, наверное, основной толчок моему росту, не только как музыканта, но и духовному росту. Поскольку я продолжил свое самообразование с учителями, я ходил на уроки, ко мне приходили по гармонии, по композиции, по анализу форм, инструментовки. Я брал 10 разных исполнений одной симфонии. Помню, вот изучал симфонию Мендельсона шотландскую. Там был и Мути, и Караян, и Бруно Вальтер, Фуртвенглер, все. Я изучал не только партитуру, но и трактовки, и фразировку, и краски. Как звучит оркестр. Как звучит оркестр. И это было моим самообразованием, но с учителями тоже. Через год я почувствовал, что я чего-то определенного вот добился и мог перейти на следующий этап. И тут вдруг как вот волшебная палочка, кто-то открывается двери, и я встречаюсь с Ростроповичем и с Баренбоймом. Знаменательная в моей жизни была встреча с Ростроповичем. Он меня встречает с распростертыми руками, говорит, ну, старик, ты далеко ехал. Говорит, ну ты доехал. И что меня поразило, что его простота. Простота этого великого гения. Рядом были две собачки. Да, таксы. Да, таксы, да, да, да. Он им сразу, значит, накормил. Говорит, о, мои хорошие. Говорит, я бы сам бы съел бы. Там одна Верка была такая, особенно да, талантливая да, собачка. Да. Я ему начал играть концерт Шостаковича. Прослушав первую часть, он мне сказал... Максим, ты замечательный скрипач. Как скрипач, ты уже совершенен. Но теперь тебе нужна стратосфера. Ростропович заставил посмотреть на музыку совершенно другим, иным взглядом. Это был человек мудрый, в котором было столько любви. И параллельно я занимался с Баренбоймом. У меня была такая же встреча и сотрудничество с Баренбоймом, который заставил меня по-другому, с другой стороны, смотреть на музыку. Вы играли да. с ними, они дирижировали. Да, да, да. Мы записывали диски. С Ростроповичем я записал первый и второй концерт Шостаковича и Прокофьева. С Баренбоймом я записал концерты Сибелиуса, Нильсена, концерт Брамса. Их совершенно сравнивать нельзя. Это как две разные планеты. Планеты, как, да. Не знаю, как Солнце и Луна. Просто совершенно... Которые, конечно, взаимодействуют как-то, да, да между хотя собой. Но нет ну, практически никаких точек взаимодействия, да, и соприкосновения. Я думаю, что они даже вместе и не сотрудничали. Это было очень интересно, потому что когда я приходил к Ростроповичу и к Баренбойму, что было приятно, что для них я был как сыном. Уроки были феноменальные, все было окутано аурой любви и пониманием, все. Но на концертах было совершенно разное у меня ощущение. Угу. Ростропович, который был... Он иногда даже просто диктовал какие-то вещи. Идут репетиции, вдруг Ростропович останавливает репетиционный процесс и начинает, значит, просто мне говорить, Максим, ты замедляешь. Маэстро, хорошо, я постараюсь не замедлять. Играю быстрее немножко. Максим, я же сказал тебе, что ты замедляешь. Он говорит, не замедляй. Я играю уже быстрее темпа, уже вперед. Я говорю, Максим, ты замедляешь, я сказал. Маэстро, ну что вы, я действительно я стараюсь. Он говорит, не то, что ты замедляешь, ты пойми, ты думаешь, ты закругляешь фразу. Здесь нужно пройти как стрела. Стремительно. Да, это музыка Шостаковича, да, есть направление, да, вот такие вещи. Но когда мы играли концерты, например, с Ростроповичем, здесь была идиллия,
невероятное. Здесь я чувствовал себя как сыр в масле на сцене. Он мне давал полную свободу. Я чувствовал себя певцом в опере. А он, значит, как бы руководил всем процессом, но давал мне полную свободу. С Баренбоймом было совершенно все по-иному. Он шел своим путем, и иногда я думал, а может мне уйти? Я вам не мешаю здесь случайно? Ну, иногда дело доходило просто до... Ну, не скажу, что до ссор, но после концертов, иногда, когда я просто отворачивался от маэстро Баренбойма и начинал, значит, играть свое, потому что нужно было либо за ним идти, либо играть как-то свое, да, он говорит, он так смотрел на меня и по-отцовски говорит, ну, на сцене все равно тебя не остановить. Что меня сейчас еще удивило. Вы сказали, что когда публика сидит с закрытыми глазами, вам это никак не мешает. Вы, наоборот, понимаете, когда человек закрывает глаза, что он вот полностью поглощает музыку в этот момент и полностью ее воспринимает. Знаете, во-первых, когда я играю, в основном я играю с закрытыми глазами. Это было еще сразу, когда я только начал с пяти лет. Я помню, когда я пришел в 13 лет мне было, я пришел на концерт Рихтера, который приехал в Новосибирск. Это была сенсация. Когда мы пришли, в зале потушили свет. Он же любил совсем приглушенный. Был только маленький, да? Такой приглушенный свет, который был направлен только на его ноты. И он играл сонаты Скарлатти. Я помню, это было гипнотическое влияние на публику. Все сидели просто загипнотизированы. И была только одна музыка. И был Рихтер как проводник между музыкой и публикой. Вот канал такой. Это было что-то вот такое идеальное. Спустя много лет я даже сделал такой эксперимент. Музыка в темноте, да? Да. В зале Тель-Авивской филармонии я сделал музыку в темноте. Я выключил весь свет. Я оставил только 12 маленьких электронных свечек. И в первом отделении я сыграл сольную партиту номер 2 ре минор Баха и Франко сонату с пианистом. После перерыва я проделал то же самое. Сыграл опять же эту партиту и опять же Франко. Мне было интересно, как публика будет слушать эту музыку, во-первых, в темноте, во-вторых, как она ее будет слушать во второй раз. Я помню, что в первом отделении, когда я прослушал уже запись, было очень много кашля. Все кашляли, просто мне казалось, что мы находимся в какой-то больнице. После перерыва, когда я вышел, вот муха, если пролетела, было бы слышно. Это было такая вот немножко атмосфера, даже это оцепенение. Какой-то вот сеанс гипноза. Для меня и моя концентрация, моя личная концентрация как исполнителя, я не помню, чтобы когда-то у меня было такое полнейшее погружение в музыкальную материю, в себя. Я уже даже не помню, вот где моя была левая рука, правая рука. Меня вели, я был ведом. Я слышал себя уже со стороны. Это было, я как бы, можно сказать, вышел из своего тела. Это было астральное просто ощущение музыки. Вот в этом я вижу зерно музыки, и что музыка может сделать для общества в нашем веке.
музыка способна дать человечеству невероятные эмоции. Излечить сможет музыка? Как эмиссар ЮНИСЕФ мне довелось побывать в Таиланде. И я помню, мы поехали в отдаленный такой уголок Таиланда, где монахи создали свою больницу для больных СПИДом. На последних, буддисты. Да, буддисты, да. Угу. На последних уже этапах своей болезни, развития болезни и своей жизни. Я помню этих людей, которые совершенно были потеряны. Я открыл свою скрипку, начал играть Баха. И я увидел живые лица со слезами на глазах. Они никогда не слышали музыку Баха. Но я увидел, что музыка способна делать чудеса. Конечно, очень сложно говорить практически о том, если музыка способна излечить человека. Думаю, что нет. Но она способна излечать такие болезни, как депрессия. Я в этом совершенно уверен. У меня есть своя методика даже лечения депрессии. Я не врач, но как музыкант я прописываю слушать, например, одну часть начала вариации Гольдберг в исполнении Гульда. Да, и вот слушаешь, значит, 2,5 минуты, это начало. И вот слушаешь так, значит, 5, 6, 7, 10 раз, пока действительно ты не соединяешься с музыкой и с энергетикой этого сочинения и с энергетикой самого Гульда. Запись очень отличается от раннего Гольдберга. Это совершенно другой. Это уже мудрый человек, это уже действительно у него связь, можно сказать, с Богом. И эта музыка, как исполнение, имела на меня невероятный эффект тоже в свое время, когда мне было тяжело на душе, мне было одиноко. Были такие времена еще до того, как я женился. Да, и я слушал эту музыку, и потом у меня были разные реакции. Это была иногда радость, иногда слезы. И то же самое я проверил, экспериментировал на своих друзьях. И они говорили, что пройдя какой-то цикл, может быть, неделю, две, они совершенно излечивались от депрессии. Поэтому музыка просто, я считаю, должна прописываться. Максим, у вас, как у некоторых великих музыкантов, в жизни тоже состоялась пауза. Когда вы взяли паузу вот от творчества? Вы не играли на скрипке сколько лет? 3 года. Три года. Я все время играл, но да. Публично я не играл. Или если играл, то очень немного. И вы решили, что это время вы потратите снова на самообразование. Как я знаю, что именно в это время вы начали действительно серьезно заниматься дирижированием дирижерской школы. Больше того, снова в России. Это Институт Ипполитова Иванова и знаменитый наш профессор Юрий Симонов. Почему вот именно этот выбор? Почему снова Россия? Что притянуло? Помню, мне было 25 лет, и мне пришлось дирижировать и играть в одном концерте. Программа была «Моцарт», скрипичные концерты и симфония, ля-мажорная симфония «Моцарт». Это раннее произведение. Но я сказал, я дирижировать я не могу, я могу сыграть без дирижера, пожалуйста. Но дирижер пускай, либо оркестр сам сыграет, либо, значит, я не буду во втором отделении вообще дирижировать. Она сказала, нет, мы настаиваем. Это был камерный оркестр, английский камерный оркестр. Ну, что делать? Обратился к друзьям и познакомился с замечательным дирижером и пианистом Вагом Попяном. Он же ученик был Мусина. Мусин, да. Мусинская школа. Он спокойно мне объяснил, без дирижирования ты не проживешь. Я говорю, это как?
И, ну, просто не проживешь, потому что, а как можно играть концерт Брамса и не знать его симфонии, не дирижировать? Может, ты по-другому будешь играть совершенно после того, как ты продирижируешь симфонической музыкой этого композитора. Убедил сразу. Ты не волнуйся. Оркестр будет сам играть, ты пытайся соединяться с ним. Но я понял, что после этой репетиции, после концерта все прошло очень удачно, и мне, но мне не понравилось самому, потому что я шел за оркестром, и оркестр сам действительно играл, и великолепно, и совершенно без меня. Дьявол декораций. Мне это не понравилось, потому что я не мог передать ни звук, ни фразу. Я не мог, чтобы передать какие-то идеи, я должен был остановить оркестр и обратиться к музыкантам. Вы знаете, я бы здесь хотел сделать то-то, то-то, то-то. Они очень внимательно и с уважением смотрели на меня, все записывали. Англичане. Да, все записывали. Вот. И в конце концов все было хорошо. Но я понял, что, как говорят, либо копать, либо не копать. И стали копать. И стал копать. И пошел вот уроки с Вагом. Все это было 3-4 года мы основательно занимались. И потом я поехал в Японию, пошел на концерт маэстро Симонова. С Юрием Ивановичем меня связывает давняя история, когда мне было 13 лет. Я первый раз поехал в Италию с его оркестром. Угу. Я должен был играть концерт Чайковского, но потом в последний день перед отъездом в Италию оказалось, что это не Чайковский, а Прокофьев. Так что мне пришлось учить, представляете, концерт Прокофьева в поезде за 2 дня. Вот такое же вот тоже чудо. И как мой любимый профессор Брон не настаивал, чтобы мы не поехали, и он так боялся, что я не справлюсь с задачей. Но я сказал, нет, я хочу в Италию, если я не поеду, кто-то другой поедет. Я хочу в Италию. И я все-таки выучил за 3 дня, я выучил концерт Прокофьева. И, значит, выхожу на первую репетицию, и Брон, значит, предупредил Симонова, говорит, Юрий Иванович, вот так вот произошло. Мы, значит, просчитались, думали концерт Чайковского, но казалось Прокофьев. И вот Максим занимался вот в поезде, вот 3 дня. Он выучил, все хорошо, но вот вступление он не знает. Я помню тогда глаза и отношения Юрия Ивановича просто отцовская. Говорит, Максим, ты не волнуйся. Я буду дирижер, я тебе покажу, когда вступать. И вот спустя много лет мы встречаемся в Японии, и я его поздравляю. И первое, о чем мне говорит Юрий Иванович, ну, когда мы займемся дирижированием? И я сказал с радостью. И он мне сказал на первом же уроке, если ты сможешь все свои приемы, которые ты используешь на скрипке, как инструменталист, перенести в дирижирование, руками сможешь передать без слов оркестру, ты хороший дирижер. Потому что остановка на оркестре – это уже форс-мажор. Это событие непреодолимой силы. Как бы, да. И он прав. Я ему тоже еще сказал, вот маэстро, я говорю, выхожу на репетицию, у меня все пересыхает в горле. Я не могу слово вот произнести. Мне нужно сразу воду там, что ты будешь хорошим дирижером, потому что ты мало говоришь. В наше время оркестры могут сами играть. Для чего же нужен дирижер? Здесь вопрос. Первое, мне кажется, чтобы передать руками, глазами и путем, может быть, даже какой-то телепатии свой звук. Когда мы слушаем записи оркестров, особенно вот прошлого, мы можем сказать, кто за пультом стоит. Сейчас можно по сегодняшним звездам дирижерам отгадать, какой оркестр? Сегодня гораздо сложнее, потому что действительно и очень много есть великолепных музыкантов, дирижеров, но потеряно, вот, на мой взгляд, личное отношение к звуку.
Есть сегодня интерпретаторы, конечно, безусловно, но звук не каждый музыкант способен передать. А звук, я считаю, это голос человека. Вот мы с вами говорим, я запоминаю ваш голос. Завтра будем говорить по телефону, я узнаю, это Ира, вы узнаете мой. И у каждого человека есть свой голос, у каждого музыканта должен быть свой голос. И естественно, что у каждого музыканта в оркестре есть право на голос, и у него есть свое личное мнение. Но дирижер нужен для того, чтобы объединить все эти голоса, как бы струны, и играть на этом многогранном инструменте, который вот у скрипки 4 струны, а у оркестра какие гигантские возможности. Кроме всего, к сожалению, Брукнер, ни Малер не написали скрипичных концертов. Поэтому про дирижеров симфониями Брукнера, Брамса и Малера, возвращаясь к своему репертуару, который мне очень давно известен, уже 20 лет, я совершенно по-другому вижу их в других красках, с другого ракурса. То есть, Максим, по идее, вы свою жизнь дальше видите все время вот в этом балансе между концертами как скрипач и как дирижер? Это как скрипач, как дирижер и как педагог тоже. Sorry. You make me feel very lonely. Я являюсь гостевым профессором во многих академиях, включая Лондонский Королевский колледж. Преподаю в Мюнхенской академии в Швейцарии. Совмещаю вот три профессии. Но, тем не менее, для меня музыкальный путь – это, в первую очередь, познание чего-то не только в музыке, но и в жизни. Спрашивают многие, вот как ты можешь совмещать скрипку, дирижирование, преподавание? Да ты же еще и женат, у тебя еще двое детей. Говорю, а серьезно ли ты занимаешься вообще всем? Да, серьезно. Если я выхожу уже на сцену, то для меня это огромная ответственность. Потому что любой музыкант, он как бы адвокат своего искусства. Когда я дирижирую симфонию Шостаковича, на данный момент это моя самая любимая музыка. Мало того, мне кажется, после того, как я изучив ее и знаю практически каждую ноту в этом сочинении, мне кажется, что сочинил ее не Шостакович, а уже я. И сегодня мировая премьера. Чему учил меня Ростропович? Ты все уже знаешь, все, но ты обо всем забываешь. Ты закрываешь партитуру, и ты начинаешь воссоздавать сочинение заново. Сегодня мировая премьера. Даже концерты Чайковского, которые ты играл более 1000 раз. Иначе это не имеет никакого смысла. Меня радует особенно, конечно, что ваша вторая прекрасная половина из Петербурга. И поэтому мне сразу кажется, что у нас уже общая маленькая родина – это Петербург. Ну, не маленькая. И я знаю, что это совершенно удивительная история, потому что Ольга Грингольц – это сестра Ильи Грингольца. Моя Олечка, она… Не я ее выбрал, я думаю, что она меня. Потому что мы встретились, познакомились на фестивале в Вербье, где Илья Грингольц играл концерт. И после концерта был такой ужин. И меня выбрали эти два глаза, которые на меня смотрели за общим столом. Это было достаточно. Вот так. Я даже не знал, что это сестра Ильи. Потом я выяснил. Но это была такая любовь с первого взгляда. Оля – это настоящая поддержка моя, духовная в первую очередь. Даже когда она не со мной на гастролях, всегда это моя половина, наши детки –
Лиза и Полина. Ну, вот прям дуэт по пиковой прямо даме. Прямо по пиковой даме. Вы так, да, серьезно так и выбрали по пиковой, ну, даме? Ну, так получилось, да. Лизочка ей 6 лет, она играет на рояле. А Полинка 4, почти уже 5, играет на рояле и на виолончели. Память Ростроповича, моем наставнике, да. Я так понимаю, что вы ваше, собственно, непрожитое детство, наверное, сейчас где-то восполняете с детьми. Абсолютно. Да? Я играю в игрушки с ними, и в семье я вот такой, как я, вот как я есть сам. Такой же я и в жизни, такой же я и на сцене. Но в семье я ребенок. Я могу быть ребенком. Для меня общение с моими детьми, с женой, уравнивается, это баланс. Баланс. Это очень важный баланс, потому что когда ездишь по разным странам, и когда я приезжаю домой назад, я могу по-настоящему расслабиться. И вот музыка должна отдыхать тоже. Максим, а вот это важно, что ваша вторая половина все-таки говорит на вашем родном языке? Конечно. Я родился в России, прожил 13 лет в России. Россия меня просто взрастила как музыканта, как личность. Все мои педагоги из этой замечательной, моей любимой страны. Хоть я сейчас и не живу физически в этой стране, но все корни мои очень сильно связаны и с Москвой, и с Новосибирском. В Москве я прожил 3 года, учился в ЦМШ. Поэтому каждый раз, когда я возвращаюсь в Россию, это дом. Максим, долгожданная встреча, она увенчалась очень большим успехом. Я считаю, что прежде всего для зрителей, которые очень давно вас не видели, с вами не беседовали, вообще не узнали, как вы изменились и какой вы на самом деле. И мне кажется, что вот без всяких декораций мы говорили. Я за это вам очень-очень благодарна. Спасибо огромное.